Сейчас все устрою. А мы уж лучше в гостиницу. Решаюсь. У меня же тут полно друзей. Комарджо Багоги, Рубураха. Вас беспокоит старый товарищ Слава Зыкина? Да, хотел бы повидаться. Скажи, врага привезли. Настоящие. Подожди. Что значит зачем? Вот врага ему привезли. А куда переехал? Что значит далеко? Вы что, не можете сказать? Понятно. А при чем здесь моя фамилия? Да нет, ничего я не собираюсь. Извините. Дай-ка еще двушку. Продолжается посадка на рейс 2426, Ленинград, Москва. Зал отправления номер 1. На нему открыт. Имени Герцена. Ленинград, Москва. Зал отправления номер 1. Алло! Сашка, алло! Алло! Не узнал? Да это я, Михайлов! Напряги свою голову! Я хулиганил. Мне нужен Александр Кузьмин. Что вы говорите? А когда это случилось? Извините. Я не знал. Извините. Начинается посадка на рейс 8737. Давно я не был в своем родном городе, Коля. Зал отправления номер 2. Начинается посадка на рейс 8737. Мурманск, Ленинград, Волгоград. В отпуск прилетел. С приятелем прямо из аэропорта. Да, да вот не знаю, где остановиться, понимаешь? Что? Ладно. Ладно, как устроюсь, позвоню. Я тоже рад. Слушай, а Юлик в Ленинграде? Телефон есть? Только рабочий. Давай. Запоминаю. Порядок. Ну, пока. Ori sami görüşüyor da çamı var. Bullet Race 86. Karadaki Gavit, Karadık Nahir. Şunu biz gene sorayım, şu da bir. Ну, поехали. По техническим причинам. Регистрация билетов будет производиться за час. Ну вот видишь, обо всем договорился. Нормально договорился. Нормально. Завтра поедем к моему приятелю Юлику, он все устроит. Ну а сейчас-то что делать? Погуляем, я тебе Ленинград покажу. Это город-музей, ты что? Продолжается посадка на рейс 2666, Ленинград-Липецк, зал отправления номер 2. Увидишь Петропавловскую крепость, царская тюрьма. Здесь в сырых казематах, в камерах-одиночках, томились многие свободомыслящие люди. А я бы в одиночке не выдержал. А ты бы, Петрович? Не знаю, не пробовал. От нас колонна, ограничена рекой Фонтанкой здесь, рекой Мойкой в глубине, параллельно Фонтанке и Крюковым каналом впереди. В прошлом страна мелких ремесленников, лавочников, бунтеров в отставке, актеров, что победнее. Из этого дома Захарин ушел на экзамен в Тоскосельский язык, где сочетание стихов услышал юного Пушкина. Старик Захарин нас заметил и просто. Thank you.
композитор Чайковский. Это вот он, Коля, «Лебединое озеро» написал. Все аккуратно ухожено. Потомки ходят. Мало пожил. Петрович, а раньше у всех деятелей культуры были большие семьи? Раньше у многих, Коля, большие семьи были. Но не у всех. Слышь, вторую я уже есть хочу. Сейчас все устроим, Коля. Ресторан за углом. Сейчас пойдем в Михайловский замок, пойдем. Там в 1801 году императора Павла убили. Между прочим, родня постаралась. Петрович, лучше завтра утром, ладно? Ладно. Давай еще. Ничего не обозначено. Похоже, сносить буду. Пошли, Петрович. Или тут кто из великих жил? Я здесь жил. Коля. Ты как туда забрался? Как? Через забор. Совсем ты меня доконал. Еще в Петергоф хотели сходить. Туда ехать надо. Не, я уже сплю. Get up. Джеймс, вы безработные? Да нет, нет, мы приезжие. О, спасибо. Вот так. Оленьи рога. Сувенир. Сувенир? What is it? Сумка. Проснулся, Петрович. What's your name? Не понял. Чего ж тебя мамка русскому языку не учит? А папка-то у тебя есть? Фазер, кто? Yes, of course. Да? He's a diplomat. Да? Ты
Хороший какой, а? Коля! Пойдем отсюда. Пока. Пойдем, пойдем. Сиди здесь. Ты быстрее. Что случилось, Петрович? Тихо, тихо, тихо. Джонни, дэдди, иди сюда. Дэдди, два раба. Папа, у нас были гангстеры. Они подарили мне оленьи рога. Оленьи рога, сувенир. How fine. Fair robbers. А ты сказал им спасибо? Оленьи рога. Все время. Ну, правда, некоторые остановились вовремя. Пихеева помнишь? Застенчивый такой, тихушник. Заикался еще. Теперь доктор, лауреат. Позвонил как-то, поздравил. Я, говорит, Юлик, до сих пор горжусь, что учился с тобой. И не заикается, подлец, вылечился. Давно ты здесь? 5 лет. Но я очень доволен. Публика, впечатления. Вся жизнь праздник. А главное, времени свободно много. А зачем тебе свободное время? Ну как зачем? А черт возьми. Ну-ка, бассейн вожу. Сам плаваю иногда. Петрович! Это с тобой, чудак, что ли? Со мной. Серега, пусть пройдет он. Давай. Здорово. Здорово, Юлик. Николай. Давай. Сюда? Угу. У вас, наверное, нет такого? Да, откуда? Оно и нет. А ты не женился там? Устроил гостиницу? Да любую. Проблем нет. Сделаем. Держись, Николай! А еще напряженка с отелями. Лето. Сезон-то в разгаре, понимаешь? Финны понаехали опять же. Все забито. Спасибо, Машенька. Ну, как пельмешки? Пельмени, они есть пельмени. У нас в Закутайске в столовой даже лучше. А в Адлере, помню, хуже. Зато курорт. Вот что меня удивляет. Такой огромный город, а приезжему человеку податься некуда. Граждане своей страны, а как будто чужие люди. Тебе не обидно? Мне лично обидно. Ну, а ты бы тогда ехал в Болгарию по путевке. Наверное, были в месткоме? А почему мне в Ленинград нельзя? Я свои-то города плохо знаю. Да притом холостякам не очень-то дают. А ты женись, Николай. Ведь полно одиноких, очаровательных женщин.
Ну и слушай его, Коля. А я бы женился. Именно в Ленинграде. На культурной, интеллигентной женщине. Город мне понравился. Вот это правильно, Николай. А у меня, между прочим, есть одна знакомая. 35 лет. Дочку растит. Муж негодяй. Редкая скотина. Бросил дурак. Она очень-очень славная. Ну, русская красавица. Юра-то ей не понравится, у нее теперь с обаянием плохо. А у тебя есть шанс. А что, все может быть. В крайнем случае приютит на пару деньков. Квартира у нее новая, дочка уехала. Да не пари чепухи. Что ты придумал? А я все-таки позвоню. Старуха, привет. Узнала? Ну, что делаешь? Куда уезжаешь? Когда? Через час? А, ясно. А у меня для тебя два жениха есть. Ну, один тебе не понравится, у него сегодня с обаянием плохо. Ага. Ну, а второй ничего, вполне. Нет, они у тебя карниз прибьют. Согласна, не глядя? Нет, ну так тоже нельзя. Ты присмотрись, внимательнее. Не обманет? Ну, а мне-то их куда девать? Некуда. И полы тебе лаком покроют. Договорились? Ну, спасибо. Молодец. Ну, целую. Ага. А. Трам-та-там, 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 трам-пам. На, давайте быстренько. Вот адрес. Дуйте сейчас, а то и некогда будет. Давайте, давайте. Ну, неудобно. А что неудобно-то? Ну, в крайнем случае, у меня останетесь. Давайте, давайте. Быстренько. Спасибо. Быстренько, быстренько. Ага. Спасибо, Юлик. Даем, даем, мы тестушки пропоем, пропоем. Туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать. Все слова знаешь? Да. А кто сочинил? Кто? Где Улик? Да ну. Его вся страна знала. Он был капитаном знаменитой команды КВН. А ты его откуда знаешь? А я был капитаном другой команды. Ты хоть понимаешь, что это неудобно? Ну, ей же звонили, мы же не с улицы. Вот ты представь, ты одинокая женщина. Петрович, я не одинокая женщина, а свободный мужчина. Так что давай не углубляться, а то я и так весь вспотел. Ну, звони. Я что-то ничего не понял, Петрович. Подожди, Петрович, она же не знает, что это мы. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Люся? Люся. Заходите. Вам Юлик звонил? Звонил. Вы Люся? Люся.
А это мы. Я поняла. Меня зовут Николай. Очень приятно. А это Юрий Петрович. Угу. Это вам. Ой, ну что, зачем? Не надо. Вы раздевайтесь, пожалуйста. Спасибо. Вы извините, я не поняла. А кто из вас жених? Вы? Я. Вы знаете, Коля, я очень тороплюсь сейчас. Так что, если можно, вы мне скажите сразу. Честно. Я вам нравлюсь? Да. Ну, проходите, пожалуйста. Я сегодня не в форме немножко, а вообще я интересная женщина. Вы одна, без мужа негодяй, растите ребенка. Правильно. Одна, без мужа негодяй, воспитываю дочь. Садитесь. Спасибо. Вы мне очень симпатичны, Коля, честное слово. А у меня намерения серьезные. Правда? Сам я вырос в простой семье, так что в смысле культуры у меня упущено много. Вот. Поэтому и тянет к интеллигентным людям. Тогда вы по адресу. А потом честные гости, на кровать слоновой кости, положили молодых и оставили одних, Юрий Петрович. Вы поняли? Понял. Пушкин. Правильно, Коля. Пушкин. Не работает. В магазине работал. Я пойду обменяю. Ну, Коля, ну, какой ты мне значение? Я сейчас, ну, это рядом. Шутка удалась. Всего хорошего, до свидания. А где Джульетта? Далеко. Я могу ее увидеть? Я сейчас не до тебя, у нас с ней неприятности. А что случилось? Тебе это не касается, выход направо. Кого это еще там несет? Людмила Александровна. Здравствуй, Наташенька. Я одна не могу, боюсь. Ну, чего ты боишься? Нет, вы меня подстрахуете. Ну, конечно, проходи. Не плачь, не плачь. Иди пока в комнату, приготовь там все. Угу. Осторожно. Осторожно. Здравствуйте. Вот жена и ребенок человека, в которого моя дочь влюблена, за которым она уехала. Теоретически все понимаю, а практически боюсь. Мне сжимаются руки. Вот правильно Людмила Александровна говорит. Основная трудность в психологическом барьере родителей. Вот Игорь, мой муж, этот барьер преодолел, а я никак. Наташа, неси ребенка, все готово. Вот так, вот так. Ой, ты мой утеночек. Вы что? Держите, он же сейчас утонет. Закрой дверь с той стороны. У вас тоже барьер? Угу. Есть немного. А где ваш муж? Игорь, у нас Буров Марьина. Он же у меня спортсмен. А по какому виду? По выездке. Вы что, не смотрели никогда? Смотрел. Наташа, давай питье. Иду. Поменяли. О, работает. Потрясающе. Даже скандалить не пришлось.
По-хорошему поменяли. Спасибо, Коля. Я всю жизнь мечтала о такой вещи. Собирайтесь. Мы сейчас едем к моей дочери. А Юрий Петрович? А Юрий Петрович пусть отдыхает. Вы отдыхаете, Юрий Петрович? Да, вы, извините, приличный человек. Я могу не беспокоиться за вещи? Когда Юлик сказал, что вы русская красавица, я сначала не поверил. Дай, думаю, съезжу, посмотрю. Ну и как? Он не обманул ее. Значит, вы не жалеете, Коля, что мы с вами встретили? Ни в коем случае. Юрий Петрович, а вы что здесь делаете? Вы что, решили нас преследовать? Мне кажется, Коля, что нам с вами вдвоем было бы гораздо лучше. Юрий Петрович, я вам искренне советую вернуться обратно. Он вообще мужик неплохой. Работник отличный. Не знаю, Коля, что-то мне в нем не нравится. Бывает. Птица, фабрика. Давайте. А ну, держи. Как тебя зовут? Дядя Коля. Как? Какие хорошие. Вы что, Коля, любите детей? Обожаю. А где тортик? Какой? Такой. Какой? Такой. Какой? Послушай, Петрович, ты ей не нравишься, это факт. Езжай домой. Ты ее прямо из себя выводишь, извини. А я потом с ней поговорю, она привыкнет. Да мы тебе найдем кого-нибудь, не расстраивайся. Чудила ты, Николай. Знаешь что, Петрович? Между прочим, я твой начальник. И нам еще с тобой вместе работать. Это я к слову. Люся! Товарищи, чьи дети? Где мать? Водитель, подождите! Коля! Люся! Дети, ищите мамку! Люся! Люся, подождите! Люся! Товарищи! Товарищи, чьи дети? Люся! Эх, товарищи, остановите! Люся! Я поймаю машину. Попробуй. Автобус скоро? Не знаю, мы только пришли. Я вот обои купил, 10 кусков. Хватит? Не знаю. Закурить есть? Я не курю. Жаль. Не пьешь, не куришь? Давно бросил. Сюда в командировку? У меня отпуск. Проездом на курорт? Я еще не решил. Ну а что ты теперь? В этом своем закутайске на всю жизнь? Мне там нравится. Ты север, тишина. Таких мест мало. Молодец, я рада за тебя.
Ты даже помолодел. Ты тоже хорошо выглядишь, почти не изменился. Очень удачный комплимент. Умру от смеха. Я серьезно. Зачем? А что, ты там большой начальник? Это жених твой, Коля, большой начальник. А ты? Да я подчиненный. Понятно. Ребят, доведите до Марина. Садись. Юра, скажи что-нибудь. Что тебе рассказать? Ты не куришь? Ты уже спрашивал. Да. Нам с тобой не о чем разговаривать, Юра. С ума сойти. Помнишь, мы раньше с тобой до 2 часов ночи в подъезде стояли, пока мать не разгонит? А потом ты еще из общежития звонила, мы до утра по телефону трепались. О чем мы говорили? Не помню. Ты все время смеялась. Угу. Ты был очень остроумный. Потрясающие песни сочинял. Ты хоть одну помнишь? Да. Это теперь и не смешно. Я очень изменился, Люся. Я вижу. Пам-пам-пам-пам-пам. С Юрием Петровичем вдвоем обнаглели и поем. От такой от наглости будет стыдно в старости. Фонарили, ты что, пол проломишь? Молодость вспомнили. Месяц служили, что ли? Однополчане, шибко урвали. Может, пойдем? Тут уже близко. Пойдем. Люся, как ты живешь? Я-то? Да. Нормально. Даже хорошо. В прошлом году 1-е место заняла на смотре медсестер. Обо мне в газете писали. Медицинской. Наша 2-я мама. Ты не читал? Нет? Не читал. Жалко. А почему ты бросил институт? Юра, все-таки откуда у тебя такие деньги? Честный человек не может платить столько алиментов. Я работаю на золотом прииске. Понятно. Я чувствовала. Я была уверена, что это ворованные деньги. Я даже в кооператив боялась вступать. С ворованных алименты не высчитывают. Просто я договорился, и вам посылали не 25%, а половину. Нам не нужны были твои подачки. Абсолютно. Мне зарплату прибавили в прошлом году на 10 рублей.
Вообще, если читать, ходить в музеи, парки, много не надо. Тебе этого не понять. Интересно, почему ты так и не женился? Ты катился до того, что тебя пытаются сосватать. Это не меня. Тебя пытаются сосватать. Только это пустая затея. Это абсолютно пустая затея. У меня отвращение к браку после тебя. Когда твой первый мужчина негодяй, так поневоле станешь осторожной. Я теперь ценю свободу. Я есть хочу. Я купил апельсины для Джульетты. Дай мне один. Почистить? Обойдусь. Люся, а что с ней все-таки случилось? Я толком ничего не понял. Что случилось? Год назад стала ходить в секцию. Оказалась способной. Вообще спортивная девочка. Всегда любила лошадей. Познакомилась там с этим Игорем. Влюбилась в него по уши. Не знаю, чем он ее увлек. Она за ним по пятам ходит. Жена его переживает. Не знаю, чем все это может кончиться. А почему ты не поговорила, не объяснила, не запретила, наконец? Юра, что им теперь можно объяснить? Тем более запретить. Ладно, я тебе вообще не обязана давать отчет. У тебя воды нет. Всегда был беспомощным в быту. Иди сюда. Здесь родник. Че на меня так смотришь? Совсем одичал-то? Че ты улыбаешься? У тебя что, там никого не было? Понятно. Что ты встал? Надо идти. Швейцарии. А, ну правильно, я просто перепутала. В общем, я еле от него отделалась. Зря. Замок это заманчиво. Слушай, а как ты оказался в этом Закутайске? Ты же меня туда сама послала. В каком смысле? В прямом. Сказала, убирайся отсюда куда подальше, еще добавила. Я тебя ненавижу. Я тебе это сказала? Ну и кто там у тебя был? Ты что, боишься мне ответить? Да мне абсолютно все равно, Юра. Женщина. Медицинский работник. Специалистка. По золотой лихорадке. Ничего хоть из себя. Я не собираюсь говорить о ней в таком тоне. А, значит, это была большая любовь. Мне плевать на твои амуры. Кто
Что ты меня завел? Я вечно влипаю с тобой. Я так и знала. Я чувствовала, что ты снова влезешь в нашу жизнь. Я тебя просила, чтобы ты никогда не возникал. А ты возникал. Чего стоят одни твои эти гнусные поздравительные открытки? Без подписи, мистер Икс. Знаешь, кто ты? Кто? Кто? Договаривай. Не буду. Все, хватит. Все эти годы. Я прилетал. Я 2 года почти каждый месяц прилетал. Как вор из-за забора, из-за угла на тебя, на дочку смотрел, как ты ее из детского статика забирал. Потом думаю, все, надо завязывать. А то удавлюсь с тоски. Там же одному вообще жить нельзя. А я все эти годы по общежитиям мотался. Все надеялся, временно скоро уеду. Сейчас думаю, слава Богу, что мы с тобой расстались. Ты действительно так считаешь? Мы тебе мешали? Я не от вас сбежал. А я все время чувствовала себя виноватой. Что мы всем должны. Комната маленькая. Ребенок по ночам орет. Мама за шкафом не спит. И годы твои уходят. Как будто мои стояли на месте. Да это я чувствовал себя виноватым. Ты была хуже всех одета. А? Квартиру нам давать не собирались. Мои идеи почему-то никого не интересовали. 9, чтоб сидел на месте, в 6 свободен. Так всю жизнь. Это же удавиться можно с тоски. А нас считали талантливыми ребятами. И ничего. Ничего не получилось. Нашел. Ну, вы и забрались. Хорошо, что мужик подвез. Коля, ты вот с этим мужиком езжай назад. Да ты не волнуйся, Петрович. Я уже все решил. Знаешь, надоело по пельменам таскаться. У каждого человека должен быть свой причал. Люся! Слушай, позвони Юлику. Я тебя найду. Подожди, Петрович. Я что-то не понимаю. Ты же сначала к ней идти не хотел. А теперь меня в сторону. Это моя жена, Коля. Когда ж ты успел, Петрович?
Все нормально, Петрович. Она молодая? Кто? Ну, там, твоя, медицинский работник. Молодая. Мы уже пришли? Почти. Она тебя ждет? Да нет, она давно вышла замуж, уехала. Какой день потрясающий. Воздух после дождя. А, Люсь, да? Понятно. Что тебе понятно? Что? Понятно, почему ты вернулся. Я тебя прошу, перестань. Конечно, какое имею право, кто тебе? Ну ладно, наши отношения дело прошлое, а девочке нужен отец. Ты можешь с ней встречаться сколько захочешь. Я препятствовать не буду. Это он. Полюбуйся. Игорь! Людмила Александровна, здравствуйте, наконец-то. Я вас так жду. Леночка. Пошагай. Очень рад. Не надо, я не люблю. Где Жуля? Я не знаю. Там, наверное. Она здорова? Физически здорова. А вот психически должен вас огорчить. Я сама разберусь. Где Александр Борисович? На массаже. В медпункте, наверное. Останься здесь. Я подготовлю ее. Она эмоциональный ребенок. А вы, извините, не из спорткомитета? Нет. Что мать, что дочь. Вся семейка в ауте. А вы, простите, кто будете? А я отец Джульетты. Ну, насколько я в курсе, у нее нет отца. Ты не в курсе. А ну-ка, погоди. Давай поговорим. Ой. О, боги. Ну, как это на меня все действует? Такой напряженный год. Через месяц союз. В прошлом году немцы нас на Европе обставили. А Жуля... Кстати, это не вы так, мягко говоря, странно назвали? Я. Жуля надежда нашей команды. Руководство требует, чтобы она была в форме. А значит, если для победы потребуется, чтобы я поклялся в любви до гроба, я поклянусь. Ты что болтаешь? Одну секундочку. Она сама мне вешается на шею. Я себя веду как леди. Я по натуре семенин. Она меня просто достала. Я понимаю пробуждение чувств, но нельзя так за глотку-то хватать. Вы чего? Сейчас покажу пробуждение чувств. Вы где раньше-то были? Сидели, что ли? Забирайте ее отсюда. Иди сюда! Иди сюда! Вся семейка в ауте! Вы папа? Да.
очень на меня похожи. Вылитый я. Да, действительно. Сходство есть. Давайте знакомиться. Джульетта. Юрий Петрович. Извините, мне надо лошадь в конюшню поставить. Вот ты какая. Я где-то в кино видала. Отец встречает взрослую дочь и говорит ей, вот ты какая. Ну и что она ему отвечает? Она? Она запела сразу. И он запел. Это был мюзикл. Там у них все быстро заладилось. А почему вы хромаете? Вы инвалид? Почему инвалид? Нет, просто я споткнулся немного. Я думала, вы приехали за тем, чтобы мы ухаживали за вами. Я знаю, так бывает. Нет, я пока еще здоровый. Вы когда меня Джульеттой записывали, как думали, меня звать будут? Я думал, что будут звать Джульеттой. Я в цирк подамся, в наездницы. Там Мичк на месте будет. Между прочим, меня с детства Джулькой зовут, как собаку. Ну, прости, просто когда я тебя первый раз увидел еще в роддоме, сразу понял, родилась Джульетта. А его как зовут? Пилигрим. Хорошее имя. На, бери, бери. Закрывать? Где мама? Мама? С тренером про мое нервное истощение беседует. Ну как, она тебе очень постарела? Нет. Мне кажется, она стала еще красивее. А характер? А что? Я ведь понимаю, почему ты сбежал. У нее характер лютый. Хотя она славная тетка. Да, конечно. Если бы ты задержался, ты бы заметил. Я так виноват перед тобой. Я даже не знаю, сможешь ли ты мне когда-нибудь простить или нет. Ладно, у нас в классе многие без отца. Нормально. Слыхал про мой роман? Роковая страсть. Ты его видел? Ну и как он тебе? Да. Что да? Ничего. Представляешь, молодой мужик и бегает от меня. Как будто я не вижу, что ему нравлюсь. Он просто боится меня. Кошмар. Можно подумать, что он мне нужен. Пришла пора, она влюбилась. Вот и все. Он вообще дурак. А может, тебе лучше уехать отсюда? Не, и не подумаю. Давай уедем, а я тебя очень прошу. Спит. Это у меня на нервной почве. Нет, она все-таки сдала. Совершенно не следит за собой. Хотя в ее возрасте это уже необходимо. Ну да, у нее и так поклонников полно. Она что, успела повесить тебе лапшу на уши, да? Про профессора и шведа, да? Она все врет, у нее никого нет. Одни подруги, которые ею только пользуются. Вечно таскаются по чужим делам. Помочь другим это неплохо. Конечно, все на ней воду и возят. Прямо зло берет. И одевается. Неважно. Почему неважно? Все твои деньги она тратит на меня. А на ее зарплату. Разве можно одеться? Осторожно, двери закрываются. Я ей сколько раз говорю. Купи себе что-нибудь принципиальное.
А ты один живешь? Один. А у тебя хватило ума сказать об этом матери? Не хватило. А ты ничего одеваешься? Молодец. Да. Ты так считаешь? Да. Это все из-за Кутайска? Да. Там барахла хватает. Все со вкусом. Ладно, со вкусом. У меня есть нечего. Да? И холодильник разморожен. Ну, я схожу в магазин. Сиди. Чего? Да ничего, все уже закрыто. Он будет спать на полу. Мне все равно, где он будет спать. Он не храпит? Ты спи. Спи. Юра, ты не спишь? Нет. Тебе не дует? Дует. Надо окна заклеить. Помнишь, как раньше? Скорее бы зима, скорее бы лето. А теперь, Господи, еще одна зима, еще одно лето. Дни рождения. Уже тонну свечей надо на этот пирог. А я в свой день рождения старался в ночную выйти. Отработаешь и спать не так тошно. 28 июня. Я помню. Да, могли бы хоть раз в открытке отразить с крокодилом Геной. Знаешь, когда тебе исполнилось 35, мы с Жулькой собрались в ресторан. Мне сказали, что самое лучшее за городом. Кемпинг для интуристов. Мы поехали на электричке. Там такие девушки. Все так одеты. Нас даже сначала пускать не хотели. Потом все-таки пустили. Мы сели, заказали все самое дорогое. Все было хорошо. А потом Жуля спросила. А что мы такое празднуем? Празднуем, говорю, твое хорошее поведение. Да. Но я себя теперь всегда буду хорошо вести. Давай каждый год праздновать этот день. Только дома. Дома незаметно, что мы совсем одни. Юр, ты что? Что ты? Прости меня. Юрочка, не плачь. Не.
Основа заведующая не сработалась. Она на детей орет. Ну, я взяла и сказала ей все, что про нее думаю. Не знаю, что теперь будет. Придется, наверное, уходить. Ничего. Разберемся. Как я по тебе соскучилась. Ты чего не спишь? Разница во времени. Как ты еще не привык? У вас в Закутайске сейчас обед? Угу, обед. Шахта номер 8 по-прежнему не выполняет план. А ты откуда знаешь? Господи, да она 5 лет выписывала газету «Закутайский рабочий». Я только недавно сдала подшивки в макулатуру. У тебя близорукость? Угу. А ты ненадолго к нам? Не знаю. Как-то не в своей тарелке себя чувствую. Да. Как-то кисло вы свою жизнь устроили. Глупо на 10 лет обижаться. Жизнь надо каждый день ценить. Извлекать из него максимум. Чего извлекать? Радости, чего еще-то? Вам бесполезно объяснять. Старички и то лучше, чем вы. А вы зануды какие-то. Тяжелые люди. Знаешь, дочка, может быть, я не так классно прожил, но в моей жизни не было ничего такого, ничего стыдного. Я никому не пожелал зла. Никого не предал. Старался не врать. Так что с этой стороны я прожил удачно. Ты уже слышала. Мать тоже этим хвалится. Но этого немало. Мало, мало, мало! Тише, не кричи. Мало. Мало. Мне здоровье объяснять тебе. Итак, смотри. Весь голос сорвала. Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой. Синие цветы. Лаванда, горная лаванда. Сколько лет? Ну, помню я и ты. Позвонить, что ли, его жене? Зачем? Поговорить с ней. Ну, она же переживает. Ну, это ее трудности. А тебе ее не жалко? Ни капельки. Ты не будешь никуда звонить? Это отвратительно. Я тебе запрещаю. О-о-о. Ты тоже за крепкую семью? Ладно, проснется мама, скажет, что я пошла стучать о стенку. Доброе утро.
Доброе утро. Что тебе приготовить? Я уже позавтракал. А где Жуля? А она ушла стучать об стенку. Спасибо. Ну, как она тебе? Красивая. Неизвестно в кого. Ты считаешь, что ее уродина? Что ты? Только какая-то она у нас злая и бесцеремонная. У тебя же было одно дело в жизни. Как ты ее воспитала? Ты бы слышала, что она мне сейчас тут говорила? Некачественного ребенка тебе воспитала. Извини. Тебя не поняли, ты укатил. Ах, какая драма. А может, целый год на каждый шум лифта просыпалась. Все думала, ты вернулся. Может, я даже однажды билет до твоего Закутайска купила. Слава богу, ума хватило не лететь. А что ты вообще о нас знаешь? Мама не вставала 4 года. Потом умирала так тяжело, так страшно. Я со своим характером нигде не могла прижиться. Ты же знаешь, я совершенно не умею ладить с людьми. Устроилась в детский сад, думала временно, пока ребенок вырастет. Потом началось. После свинки осложнение, после кори опять осложнение. Сколько раз дома с ней сидим, и за хлебом некому сходить. Потом школа началась. Через садовую переходить, знаешь, какое там движение. Туда отведешь ее, а потом весь день на работе. Думаешь, как она домой дошла. Сердце от страха сжимается. Я отупела от этого страха за нее. Я не виноват, что школа далеко. Не могу больше. Не могу. Ты во всем виноват. Ненавижу тебя. Поругались? Он не вернется. В прошлый раз все было точно так же. Чего реешь? Я его очень люблю. А что ж ты сидишь-то? Иди и беги за ним. Куда? Ну, я не знаю, куда. Давай поедем в аэропорт. Сейчас машину поймаем. Машину? Это 10 рублей. А на чем ты говоришь-то? Внимание. Уважаемые гости города Ленинграда. Ленинградское объединение Госком Интуриста СССР предлагает во время вашего пребывания в городе Ленинграде размещение в комфортабельных гостиницах Интуриста. Желающих просим обращаться за направлением представителям Интуриста на Московском вокзале. Стой здесь. Спасибо вам огромное. Осторожно, девушка. Девушка, не мешает. Молодая, лезьте без очереди. Молчите, бабуся. Я на одну минутку, можно? Скажите, где рейс на Магадан? Рейс на Магадан улетел 20 минут назад. У нас нет никакого горя. Он улетел. Он летун, понимаешь? Мам, ну ты что?
А мне кто с тобой не нужен? Ама, очнись. Мам, я беременна. Ты что, обалдела, что ли? О, слышу родной голос. Успокойся, все нормально, это прикол, шутка. Совсем связь потеряли. Сейчас Закутайский уже ужин. А дом шаром покати. Да, ну вот зачем ты купила? Сейчас пропадет все. Хоть бы ключ оставили. Ну где уходите? Я тут 3 часа сижу, жду. Ну, в этом магазине картошки не было, пошел другой. Где вы были? А чего ты плачешь? А чего она плачет? А, 10 рублей потеряла. Вот расстроилась. Она вообще жадная.